Как вы думаете, кто сидит в коробке? А сейчас я вам покажу, кто там находится у нас. Ты где там, малыш? Вот кто у нас тут. Вот кто сидит. Малыш. Да? Малыш. Мы нашли его возле подъезда и забрали домой. У него глазки закисли, наверное, конъюнктивит. Я сейчас буду обрабатывать глазки. И вот он у нас уже переночевал. Да? Переночевал, покушал, да, водичку попил. Мисочку с едой я уже забрала и помыла. Вернее, из-под еды, потому что еду он уже съел. Ой, глазик блестит, ой, глазик блестит. Ну и ночью он немножко побегал здесь по балкону, да? Котенок, будем глазки лечить? Ты где? Куда? Вот он так боится. Ну, пока еще, да, боится. Котенок. Но, однако, вчера он очень шипел, когда мы его пытались забрать. Покажи глазоньки. Ой, боже мой. Сейчас полечим глазки. Это мальчик. Глазки сейчас полечим, малыш, да. Я заварила ромашечку. Да. И сын решил назвать его Флэш. Ну, я предлагала Седрик, потому что это серенький котенок. Так, мы ему купили уже лоточек. Но лоточком он пока не умеет пользоваться. Я смотрю, что он нигде вроде бы еще не накакал. Купили ему вот такую игрушечку. Она удобная. Оп! Да, удобная очень игрушка. Но пока не давали ему, потому что у него глазки закисли. Глазки обработаем, и потом он будет играть. Так, я заварила ромашечку. Из пакетов у меня вот перчаточки. Это пакетик, чтобы бросить вот эти ватные турундочки. И сейчас отдельной каждой турундочкой, по одной турундочке, буду брать и промывать каждый глазик в отдельности. Тут всего 6 штук. Давайте еще раз на него посмотрим. Привет! Привет! Флэш! Флэш? Ты Флэш или Седрик? Ты кто? Ты кто? Флэш или Седрик? Ты мой хороший, не шипит, ничего. Вчера шипел, сегодня нет. Ну, не знаю, как сейчас будет себя вести, я попробую его взять. Я приготовила полотенце старое, чистое полотенчико, вот такое. Приготовила, чтобы взять его, промыть ему глазки. Вот.
Что с глазиком? Открой. Ну ты чё? Ты чё? Боишься глазика открыть, потому что он у тебя заплывший был, да? Давай, да, он не знает, что происходит. Вот этот глазик больше был заплывший, вот этот вот. Вот, а он открывает глазки! Глазки! Ой! Ну, смотри. Все хорошо, да, котик? Мяу. Смотри, там снимается. Да, все снимается. Ну, открывай глазки, не бойся. Видно теперь тебе? Котик уже прозрел. Видно теперь тебе, всё, да? Мудрый кот. Теперь видно все щелочки, куда можно спрятаться, да? Да? А вот то... тут что-то на носике еще. Ну все, все. Ну мы потом вечером еще промоем это глазки, потому что мы так. Ну чего ты зазмулился? Открывай глазки, открывай. Подожди, тут солнце немножко идет, я вот так вот. Открывай! А, все, да, вот. Открывает. Ну, что ты видишь? Открывай больше. Рассматривает твой рисунок на футболке. Открывай, не бойся. Этот глазик вот у него больше был заплывший. И тут глаз кто тоже там? Немножко открой, а то он тоже немножко. Все хорошо. Хорошо? Да, все хорошо. Он сейчас откроет их, потому что он уже, понимаешь, не привык. Ну, вот. Глазки открывай, глазки. Ты глазки. Мой хороший. Вот, покажи тебе свои глазоньки. Рисунок. Этот не косит глазик у него, не знаю. Ну, или косит. Что-то такое ощущение, да, что косит. Вот этот глазик как бы выпуклый, да? Может, он немножко сонный просто. Может быть, вот в этом больше воспаления просто, в этом глазике. За открывай, не бойся. Все, давай, открывай тень, все, есть. Ну, чего? О, все, смотри. Вот, молодец. У него нету косоглазки, хотя... Неважно, сейчас у него глазки, он еще маленький. Да, может быть, косоглазки. Вот этот глазик был заплывший, он не открывал его. Немножко потрогал. Он его не открывал. А сейчас он его будет открывать потихоньку, да? Так ты чего не шипишь на нас уже? Нет. Ты чего? Давай, давай почешем за ушко. Почешем. Он такой. Ой. О, как приятно. Ой, как хорошо. Он должен понять, что мы ему делаем добро, да? Ой, как хорошо. Да? Потискаю. Да, вот так. Ну ой. Все, давай его пускаем. Ой, за ушком, да? Вчера обработала, кстати, его от блох и глистов, там какой-то препарат на холку. Вчера весь ему дала. Ну, смотри, балдеет. Глазки закрыл. Закрыл. Ну, еще бы такой тигр. Так, такая шипучка, да? Такая шипучка. А на ушках кисточки, смотри. Кисточки на ушках, да? А покажи свой ротик. Ротик будешь показывать? Не надо. Не хочет, что-то ладно. Смотри, мордочка, как у тигра, да, смотри. Прям точно, как у тигра. Давай. Тигр. Почешем тебе, почешем. Ой, как приятно. Глазки еще будем промывать вечером. Мне кажется, вот этот глазик как будто немножко выпуклый, нет? Да я не знаю, может это шерсть. Хотя, не знаю. Но я его понимаешь, он не открывал. Мам, ты усики ему, не трогай усики! Да ничего с ним не будет. Усики, это у них как нос, ты че? Усики серенькие тоже у него, да? Ой, типа. И неприятно, когда усики. Ты чего, на нас не шипишь уже, да? Дай-ка води. Подожди, вот этот глазик, видишь, вот уже опять что-то там пошло. Ну, в общем, будем промывать вот левый. Вот, видишь? То есть правый глазик. А сейчас он закрывает его. Да, правый глазик. А сейчас открывает. Ой, потому что я ему тень делаю, да? Правый глазик надо промывать. Ты хороший. Ворожденный. Котик. Хотя ему месяц. Но... Месяц, наверное, да. Но все равно. Котик. Ой. Так, ушки. Какой приятный. Да ушки, по-моему, чистые. Я ничего такого плохого не вижу в ушках. Нормальный вроде. В ушках? Ну, типа зимой. Да? Ну, типа. В ушках что у тебя? Не трогай, не трогай. Не ушки, такие мягкие. Вот видишь, опять гной пошел, да? Сейчас у меня просто рундочки закончились. Ну, мы... Да мы тебя очистим. Вечерочком, потом. Да, промоем. Сейчас давай пока... еще клади. Ой, типа, ну что, лучше видно, да? Лучше видно уже. Да? Там котик уж что-либо. Лучше уже видно? Ну, конечно. Ну, все, он ну, конечно, лучше, да? Сейчас покушать ему дадим. Ой, давай за этим ушком почешу. Ой, типа зимой, давай почешу. А ему не жарко? Ну, жарко, конечно. Ну, они привыкли, у них же шубка всегда. Видишь, глазик более проблемный правый. Ну, почистим, и все будет хорошо. Да, да, надо несколько дней, прям, я не знаю, всю неделю, наверное. Ну, все, давай отпускай. Сколько времени? Ну, ушки. Не знаю, в ушках я ничего плохого не вижу. Ну, почистить надо, конечно. Ну, мой тихой зимой, обалдеть. Ну, что, может так его прям положить в этом? Нет. Ну, все. Все, иди к себе. Ласки иди к себе. Так. Давай водичку ему.
Ой, все, вышел. Какой котик. Все, хорошо, он глаза уже хорошо открывает.